угадайте, дорогие телезрители, что ждет наших участниц прямо сейчас. Сегодня их переубедят, что медведь на ухо никому не наступает, даже им. Голос для женщины является неотъемлемой составляющей, да, наряду с хорошей косметикой и дорогой одеждой. Мы помним в истории имена таких женщин, обладательниц магических голосов, да, как, например, Полина Виардо и Клеопатра. Да? И поэтому звучать и наполнять пространство своим голосом для женщины очень важно, чему мы сегодня с вами и будем учиться на занятии. Давайте сейчас сделаем массаж. Массаж себе головы, прям хорошо-хорошо делайте. Дело в том, что для того, чтобы мы звучали, да, нам нужно добиться звучания всего тела, а не просто звучания нашего голоса. Вот чтобы каждая клеточка у вас сейчас заработала. Шею давайте, шею тоже проминайте, хорошо? Теперь растираем тело, полностью растираем свое тело, чтобы почувствовать его. Сейчас нам нужно, чтобы каждая клеточка наша заработала, да? Хорошо, растираем ладошки. Сейчас наклоняемся, просто висим внизу, голова вниз. Голова вниз, прям, да, вот опустите. Шея, она расслаблена, не зажата. Опусти тоже, да, хорошо. Вот так вот. И сейчас медленно-медленно поднимаемся, голова поднимается последней. Голова внизу. Голова поднимается последней, да, хорошо. Молодцы. Умницы. Вот все, теперь вы настроены, да, тело у вас готово. И сейчас мы постараемся вот всю эту аудиторию наполнить нашим звуком, нашей энергией. Счастье! 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 Еще и наполняйте прям счастье! Хорошо, еще. Счастье! И вниз. Отлично. Другую сторону. Хорошо, цокаем. Четверг, 4 числа, в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии. Но 33 корабля лавировали, лавировали, да так и не вылавировали. Хорошо, молодцы. На-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на. Хорошо, только мы начали снизу, да? На-на-на-на-на-на. Снизу. На-на-на-на-на-на. Молодцы. На-на-на. Сверху вниз. На-на-на. Отлично. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Молодец. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Умница. Ма-ма-ма, мама. Ма-ма-ма, мама. Молодец. Ма-ма-ма-ма-ма. Ма-ма-ма-ма-ма. Мама. Молодец. Па, не смейтесь. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Молодец. Па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Молодцы. Похлопайте себе. Похлопайте себе, во-первых, за то, что действительно преодолеть себя, да, почему я сейчас вот настояла на том, чтобы вы спели по одной? Потому что преодолеть себя и вот этот барьер, да, именно сделать что-то, что вы никогда не умеете, никогда не умели и не знаете, да, проще, конечно, сказать, не, я не умею, я не буду. А вот именно попробовать, понимаете, вот попробовали, и все же, смотрите, у всех у вас есть данные, и все вы можете. Понимаете? Если вы нахмурясь, выйдите из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный парень. Еще раз, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.
если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Молодцы! Мне очень приятно видеть ваши светлые лица, улыбающиеся. Улыбайтесь всегда, потому что улыбка, она очень украшает женщину. Я очень рада была с вами поработать. Очень рада, что в конце занятия даже те, кто вначале был не уверен, как-то и стоял вот так вот, да, зажато, вы раскрепостились. Я очень рада этому. Поэтому пойте, будьте счастливы и дарите это счастье и радость окружающим. Спасибо. Семейный клуб «Любящие сердца» – это место, где каждый сможет найти занятия по своему интересу. Лучшие современные тенденции для взрослых и детей собраны теперь в одном месте. Доступные цены при высоком качестве услуг. Фитнес, танцы, вокал, детский центр развития, спортивные секции, кабинет массажа, имидж-консультирование, психолог, сексолог, мастер фэн-шуй и многое другое. Наши контакты. Уфа, улица Аманатая, 12. Телефон 2-16-45-31 или 8-917-738. Только что у нас прошло одно из моих любимых занятий в клубе «Любящие сердца» – вокал. Подарили нам прекрасное настроение, позитивный настрой. Спасибо огромное. Пойте, друзья, пойте. Меня зовут Эльмира Хазиева, мне 28 лет. Я мама, я жена, я руководитель. Я люблю активный образ жизни, движение, свою семью, работу, людей. Обожаю эту жизнь и не умею не улыбаться. Я не люблю высокомерие в людях, монотонность бытия, очереди, пробки и тратить время впустую. Мое увлечение на сегодняшний день – это бокс и вокал. Желание красиво петь и иметь физическую подготовку. Всем спасибо. Сегодня в Центре красоты и здоровья Diamonds нас ждет Донин Би, волшебная фея Востока в мире косметики, которая приготовила особый эликсир для нашей участницы. Что из этого получится, узнаем прямо сейчас. Искренне приветствую вас, уважаемые телезрительницы. Меня зовут Айгуль Хананова, я врач-косметолог, дерматолог. В прошлой нашей бьюти-рубрике я вас познакомила и представила элитную корейскую линейку Donin B. Сегодня у нас будет очередная восстанавливающая программа на линии Aqua. Первый этап у нас состоит двухступенчатый. Это очищение масла гелем, который является магнитиком и открывает поры, убирает себум и загрязнение кожи. То есть массирующими мягкими движениями мы наносим масло-гель на область лица, на область шеи. Слегка помассировав, мы удаляем частички масла. Здесь немножечко у нас тональное средство как раз. Масло прекрасно все смоет декоративную линеечку, макияж. У Алины кожа комбинированная, немножечко проблемная, даже с элементами акне. Поэтому очень хорошо здесь восстановление именно иммунитета кожи на линии Aqua. Макияж мы оставляем только в области глаз, так как сегодня утро еще, и Алина, она поедет еще по делам у нас. Второй этап – это пенка. Пенка у нас антисептическая, удаляет уже заключение, удаляет все остатки, все загрязнения нашей кожи и уже готовит кожу к последующему применению наших средств по уходу за кожей. Тоже круговыми движениями по массажным линиям очищаем кожу. Средство очень комфортное. Кожа со сниженным иммунитетом, с нарушенным гидробалансом. Конечно, эта процедура будет настоящим эликсиром красоты сегодняшней для нашей гости. Следующий этап у нас софтнер. Обратите внимание, насколько уникальный дизайн всех наших средств. Здесь работали дизайнеры по каллиграфии Конг Чан и создали в конце вот такой замечательный образ Donin B по линии Aqua. Я немножечко наношу на ладошку, распределяю в области лица и шеи. Можно слегка массажными движениями.
до полного впитывания нашего средства. Замечательно, наш бархатный софнер впитался полностью. Следующий этап у нас уже активная маска. Таким образом мы накладываем на область, минуя глазницы. Я открыла, распределила нашу масочку увлажняющую по лицу. Она состоит из двух частей для области губ и подбородка, и лба и щек. Экспозиция где-то на 15-20 минут оставляем нашу клиентку. Ну что, время экспозиции нашей волшебной увлажняющей маски заканчивается, и мы сейчас ее уберем. Это был у нас лечебный этап. Гидрогелевая маска прекрасно увлажнила кожу. На этом этапе мы получили интенсивное увлажнение, обновление и лифтинг кожи. Излишки масочки нашей мы снимем ароматической энергетической водой из экстракта женьшеня. Следы маски не смываются, а просто протираются этим нашим средством. Этот этап у нас лечебный, поэтому следующий компонент, следующая ступенька у нас применение лечебной эмульсии. Эмульсии уже с наиболее большей концентрацией экстракта женьшеня. Эмульсия также прекрасно восстанавливает кожу, повышает иммунитет кожи. Заключительный этап – это наш крем. Крем – лечебное средство, относится к лечебным средствам также. Он запечатывает наши все ингредиенты, витамины, которые мы получили на сегодняшнем бьюти-сеансе. Вся продукция бренда Данинби действительно уникальная, действительно натуральная, с минимальным количеством консервантов. Исключаются все парабены, с натуральным растительным ароматом. Вот таким образом мы заканчиваем нашу бьюти-процедуру. Спасибо вам, что пришли, нашли время, уделили. Потому что действительно бренд Данинби – это бриллиант. После этих процедур ваша кожа будет сиять. Бренд Данинби представлен в Центре красоты и здоровья Diamonds. Будем рады видеть вас на наших бьюти-процедурах. Данинби – это секретный рецепт для красоты вашей кожи на основе корня 6-летнего красного женьшеня. Мы предлагаем нашим партнерам высокоэффективные программы ухода на косметических марках премиум-класса Данинби, Зоэ, Сиби, которые являются лидерами в сегменте антивозрастных средств, основанных на передовых технологиях. Поставляемая в Россию косметика прошла обязательную сертификацию и имеет стикеры на русском языке. Более подробную информацию вы сможете получить на нашем сайте www.dominbirasha.com. Адрес: город Уфа, Чернышевского, 82, корпус 6, офис 609, бизнес-центр «Капитал». Телефон 347-295-91-39, 8989-95-93-989. Сегодня мне провели уходовую процедуру по увлажнению лица в Центре красоты и здоровья Diamonds на основе корейской косметики Данинби Аквалиния. Моя кожа стала невероятно бархатистой, свежей. Я чувствую, что она наполнена влагой. И еще девочки преподнесли мне прекрасный подарок, за что большая благодарность Айгуль и всем девочкам этого салона. Меня зовут Алина Королева. Мне 35 лет. Я не замужем, и у меня есть прекрасная дочь. На проект я пришла для того, чтобы победить, для того, чтобы познакомиться с новыми людьми и получить новые знания.